Так, у нас гром гремит. Звезда наша спряталась в нору, выходить не хочет. Да, Надёнка? Подружку свою зови. Надя заглядывает, не поймёт, что на дело. Мы тут вот сидим и выходить не хотим. Герда, идем давай домой. Герда, пошли. Пошли, пошли, пошли. Герда. Все, не хочет она выходить. Я не знаю, как ее. Надёнку сейчас кормить. Герда. Тут вот проблемно. Дедуся. Да, Геннадий. Все, он уже домой идти, а тут. Да, Надечка. Зови ее, зови, Надён. Зови давай его, пускай выходит. Сразу. Не знаю, что делать. Как быть. И Надю кормить надо. И она, смотрит, что боится грома маленько. Хочет нора, там занята. Да. Заняла подружка твоя норку, да? Найдён. Заняла. Вот так вот у нас бывает. Когда гром и петарды. Вот так вот. Гердушку еле вытащил папка оттуда. Прям еле-еле залез туда. Весь чумазился. Но вытащил. Теперь норонку заняла Найдёнка. Сидит, спряталась. Даже кашу есть не стала. Выложили ей поесть. Кашу целую. И тут много прям принесли. Все, да никакой каши не надо. Хотя голодная. Но сидит.